стихи, потом доклад, а в окна влажный хлад и крик сыча, и пряность вливая. Но нет, нельзя окна открыть, и суждена работа под дымок и треск поленья. Тогда уж лучше лечь, поглядывая в печь, тетрадочку пристрою на коленях. Приляжешь тут, тахта похожа на кота, на Куева уселась повариха. Визжит и бьет ногой, и спину гнет дубой, и когти в плоть твою отзает лихо. Скорей на табурет, он печью подогрет, его девиз: да здравствует работа. Писать бы до утра, прихлопнув комара, да что-то от чего-то неохота. Запасив